Семинар-тренинг для руководителей образовательных организаций проходит в Энергоянмаре. Мероприятие приурочено к 90-летию системы образования Ненецкого округа и профессиональному празднику педагогов Дню учителя. Участие в нем принимают руководители всех образовательных учреждений Ненецкого округа. Семинар-тренинг для руководителей гособразовательных организаций региона на тему «Высокоэффективный руководитель. Новый уровень лидерства и управления» рассчитан на 2 дня. Пятьдесят четыре руководителя образовательных учреждений, директора школ, профессионального училища, техникума, колледжа, детских садов в течение 2 дней будут постигать премудрости современного управления коллективом. Суть этого тренинга заключается в том, чтобы выделить основные качества лидера, поговорить о том, каким образом выбирать подход к сотрудникам для того, чтобы работать эффективно. Мы сегодня поговорим об инструментах лидерских, которые помогут мотивировать сотрудников, в постановке цели будут помогать для развития самого руководителя. Программа семинара включает вопросы создания работоспособной обстановки в группе, планирование деятельности, принятие управленческих решений, методов командообразования и другие. Эти технологии проверены временем, они применяются на самом деле в различных отраслях, потому что руководитель – это в любом месте руководитель. Это человек, который умеет организовывать труд, умеет организовывать людей и способен воплощать и достигать определенной цели, приводить свои команды к результату. Участие руководителей образовательных организаций региона в данном семинаре позволит повысить профессиональную успешность, освоить наиболее эффективные коммуникативные технологии, овладеть методиками сплочения коллектива и приемами творческого подхода к решению сложных ситуаций. С чем связано это мероприятие? С тем, что меняются условия работы. Государство предъявляет к руководителю новые требования. Мы должны реализовывать новый национальный проект образования. И, как уже отметила Лина Викторовна Гущина, мы должны меняться сами. Не только должна меняться образовательная среда, это закупка нового оборудования, это постройка новых образовательных организаций, но и сами руководители, они должны измениться. Они должны соответствовать новым современным уровням руководителя. И поэтому, благодаря Цибульскому Александру Витальевичу, мы сегодня проводим этот семинар-тренинг. По окончании курса руководители получат не только бесценные знания, но и сертификаты, подтверждающие обучение. Ольга Русул, Леонид Шишилов, телеканал «Север».